В Мариэл возвращается временное потепление. По прогнозам, в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше климатической нормы. Предстоящая неделя по температурному режиму окажется теплой для этого времени года. Большую часть недели под влиянием атлантического циклона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура в ночные часы составит от 0 до плюс 5 градусов тепла, а днем до 6-7. К концу недели с ростом атмосферного давления вероятность осадков будет небольшая. Ночью слабые заморозки до минус 2 градусов, а днем температура воздуха составит 0 плюс 5 градусов. 4 и 5 ноября существенных осадков не ожидается. Воздух местами прогреется до плюс 7 градусов.